Вот сегодня 10 июля. Было крещение, новенькие приехали. Это с Екатеринбурга. Братья приняли крещение. Им юноша, вот этот вот отрок Алеша, принял святое крещение. Заново родился. Вот сейчас ей доедают свою порцию, сколько положено дали. Да сыто. И мы уходим, мужчины, мужское население. Дежурному подает, показывает знак. Ну, там Егорушка сидит. Сказали надеть кепки, чтобы не кусал. Здесь намного меньше комара, запомните. Дядя Володя вот косит. Сейчас он будет тоже обедать. Вокруг выкосил. Вот на этом расстоянии у нас уже не будет комаров. Они любят траву. Вот они все сидят. А там кто лег? Ну-ка, Санька, подними. Ага. Не ложиться нельзя. Вы балуетесь, она сырая земля. Тут не надо скрываться. Сейчас за стол сядете. Язык спрячь. Язык. Вот так. Нельзя за стол. Дежурная у нас хорошая. Вот Володя сколько уже прошел, накосил. Да это сколько? Ну, метров 6 вокруг. Ну, давно не было. Тут железки встречаются. О-о-о. Банки, железки. Это надо все собрать будет. Вот нас дальше будет, если они нападать будут, вот так узнаем. Мы с собой всегда будет запасной ЕДНЗ. Берем еду и уходим. Если дождь, мы распределяемся по квартирам. В каждый дом уходим и все. Детей они больше не увидят. А опись сделать полную здесь. Что висели, когда вот это простирано, сколько одеял, все посчитать. И что потеряется, мы предъявим и счет. Мы завалим суды обращениями, если потерпим ущерб. Им обойдется это намного дороже, чем они задумали. Воевать с детьми не так просто. На их стороне Бог. Из уст грудных детей устроил хвалу. Этого не может даже сатана сделать. Так, Володя, надо убрать, которые попали. Железки, собери вот эти железки, где-то найди место, куда деть их. Попроси кого-то помочь тебе. Так, кто свободен из ребят? Помоги собрать вот это, что есть. Чтобы в другой раз оно не было. Ну, смотри, какое. Бутылки, банки. Их в какое-то место надо унести. Ну, да дальше прям, в конец крапивы вон туда. Туда? Да, вон туда, туда, к дороге ближе, прям в крапиву. Возьми бутылку, уже расколотилась, башмаки, железная труба какая-то. В другой раз она тебе уже не попадет. Один раз только убрать. Притом это делать нужно сразу. Потом шифер приберешь. Прямо в середину куста крайнего. А еще лучше на той стороне, Володя, на ту сторону, да-да. О! Направо поворачивай. Поворачивай. Прямо в куст. Прямо в куст, Володя, вот в этот куст бросай. Около столба. Все, в середине. Там еще не будет. Так, смотри, еще попадалось тебе, когда косил. Видите, как радостно. Среди комаров, облака, сулят дождь. Так, еще посмотри, что тут есть. В следующий раз ты литовку уже не будешь гробить. А вот здесь подойди, еще железки есть, шифер. О! Пока наложи тут в одно место, а потом сразу кучу унесешь. Положи в одно место. Вот это собери тут. Это наша территория, мы обиходим. Тут куча навозная. Бульдозер когда-то сдвигал, видишь сколько? Как тут косить-то? А раз другой пройдешь, и уже этого не будет. Вот так. Егор просит второго. Вот это опасно. Забирай.
Она может пригодиться же. Да нет, она сильно изверчена, не пригодится. Ее нельзя размотать. Давай. Видишь как, пока поищи, ногами нащупай. Это наши девицы. Так, ты припевай маленько, возьми еще там чайку или чего-нибудь. Слышишь, нет? Володя, что, помочь? Слышишь, я тебе с тобой разговариваю. Бери что-нибудь, припевай, чтобы легко было глотать. Туда вкус тут будет. Ты не царапайся сильно-то. У тебя что-то прямо это... Реагируешь на комаров. Это пройдет. Не пройдет никогда в жизни. Нет, что он? Иди за стол, Кирилл. Максим, иди за стол, сядь. Прям в середку. Вот так. Завтра у нас свободный день. Вечером будет богослужение. Братья, вы готовы пойти на прежнее озеро работать? А? Братья, побудете? Ну, если мы не уедем завтра, побудет день. Вы не торопитесь только уезжать. У нас билеты на самолет. Разговеетесь тут. Так, все у тебя? У них билеты уже на 12 часов. А, ну я не знал. Подождите, товарищ пилот, да? Ай, не знал. Это крапива. Я одного поднимаю, второй ложится. А ну-ка поднимись. Ложиться нельзя, земля мокрая была недавно. Она содержит в себе холод. Вставай. Так, все, молимся из-за стола. Что-то долго сидите. Поскорее, допивайте и доедайте. Так. Витя, держи. Находи интересные моменты. Так, на молитву. И мы уходим. А кто не доел, вернётесь, доедите. Так, встаём. Господи, благодарим Тебя за милости Твои. Да будет благословенно место сие, все приходящие сюда. Кроме Тебя нет иного Бога. Поставь Твою святую защиту, дабы враг ничего не смог помешать славить Тебя. Дивный день Ты даровал нам, напоминающий о Твоей победе. После всех победителей победишь Ты, Господи, и разделишь налево и направо. Благослови нас быть с правой стороны, служить Тебе, и детям вложи в сердце просить Духа Святого, да быть водимым Духом Святым. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну все, остальные доедайте, и девочки, садитесь, съешьте. Спаси Христос. Так, ну это Володя, да, это его прибор. Отключаю. Так, на, подожди, это мой, выключай.